Ради. Я приветствую участников конкурса Golden Time. Поздравляю вас с успешным выступлением. Как член жюри Валентин Васильевич Ковригович, вновь приветствую вас. Поразили, удивили, особенно те, которым 26 и больше лет. Хотелось бы очень некоторых выделить. Так, у нас вот Александр Муравьев. Превосходно. Игра отличная. Артистично, классный парень. На скрипке Ярослава Овсянникова. Умничка. А обычно на скрипке в эти годы больше фальши. Здесь все точно. Червоная калина, да, народное творчество. Дальше. Александра Попоядини, Казахстан. Трудолюбивая девочка. И мы встречались, чувствую, раньше. Грамотная игра. Отличная постановка. Фортепиано. Вера Головчук. Настоящая джазистка. Айлана, Казахстан. Чистенькое исполнение. Умничка, молодец. Так и дальше продолжайте. Денисова Дарья. Исполнение прекрасное. Подумал, если бы не видел видеозапись, подумал, что взрослый человек играет. Честное слово. Приятно. Золотухина Анна. Ровненько, аккуратно, молодчинка. Просто перец. Оркестров из Калуги поразил меня. Чистенько. Гитаристы отыграли. Просто нет слов. Прекрасно. И перечислю всех, кому за 26 имена. Просто все превосходно удивили, подняли настроение и тем более переслушал несколько раз. Несколько раз переслушал. На виолончели Эдем Амирханов, Россия. Александр Муравьев, Москва. На саксофоне Бондарь Иван, Россия. Прекрасная игра. Всех поздравляю. Я волновался тоже и сейчас волнуюсь. И большое вам спасибо за исполнение, вашим учителям и родителям за переживания тоже. Всего хорошего и увидимся, надеюсь, в Лондоне снова. До свидания.